скольки? Блядь. Ну так я же заезжал. Ну понятно. Слушай, я проскакиваю, ну бля. Ну тебе да, тебе гасится очень много с этой. Такой прям внизу удар. Заехал, блядь. Попробуй эту горку, вот. Эту? Да, сейчас я заеду. Поздно, бля. У тебя так нормально, ду. Шумотай. Леша, что это такое? Блять, мы так на 30 пробуем. У тебя руль уже кривой, я смотрю. Нет? Да. Yeah.
Сейчас заглохнет и не заведется. Я, блядь, к нему привыкать надо тоже, пиздец. Чисто разрулил, ушел. И заглохнет. Ну, вот так вот на слева встанешь и пизда. Да нахуй волдура. Да ты мало газу давал, Лёш, что ты, вспомни, как на КТМе, блядь, хуярил. Газу больше! Бля, не туда целишься, я пошутил. Давай. Ну ладно. Экшен. Оборота. Газу!
нормально, это большие объемы трактора. Я сразу не понимал, у тебя такого звука нет, думаю, что это херня. Проедешь тут? Лёш, это сейчас здесь через руль? Тебе же нравится. Его не едет. Руслан. Руслан, это сейчас здесь через руль? Да, так оно поднялось уровень воды. Я видел, было красиво. Ну заводись, прорвемся, поедем уже обратно. У Минчика полный бак был. Ну, Ваня, если что отсосешь, не проблема. Где дорога? Сейчас посмотрю. Вот дорога. Вот. Вот тут дорога. Сцепление пиздец нахуй тугое, блядь, я аж не могу. Тяжело, блядь, выжимать его. Я помню, на Велеском вот на нем ехал, по такой же говно этому. Лёша! Я останавливал тебя перекусить. Рюкзак открытый. Да. Сильно? Ну нормально тогда. Вкусный. А как ты так летел? Ветка. Приложился, походу, нормальный. Мостик сам. На одном бревне. Так а где я, что не могу понять? Ну ты поехал, объехал бревно справа. Ну а я что? Я ж тренируюсь, но я и полетел. А что не сказал, хоть сняли бы на видео, то даже не помню, там какое бревно было.